Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Владельцы этого имени подходят ко всему практически, что позволяет легко достигать различных задач. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди с этим именем большое значение придают личной выгоде. И это не обязательно, что материальные или денежные. Носители этого имени честны. С ними можно вести бизнес. Присуща им и определенная внутренняя гармония, соединение логики, ума и высокого трудолюбия дает отличные результаты в плане развития. Умение работать, планировать делает представителей этого имени хорошими руководителями. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.